это? Что там происходит? Я приказала не беспокоить! Надо же. Подойди. Дай взглянуть на тебя. Как ты попал сюда? Как узнал, что нужно прийти сегодня? В эту ночь ночей, когда мы наконец сможем ответить на зов бога машины в его безбрежной мудрости. Это не может быть просто совпадением. Я ищу Элисон Станикову. Ну, конечно. И ты нашел ее перед величайшим достижением в ее жизни. Но что тебе нужно? Совет? Помощь в молитвах и медитации? Вступить в наши ряды? Вырваться из оков своей плоти? Слиться со славой сингулярности? А? Скажи, как Верховная Жрица может помочь тебе? И я с радостью исполню все. Я хочу спросить тебя про бомбы, которые взорвались на станции Ружечка. И все? Мой аугментированный брат Виктор – храбрый человек и великий лидер. Когда он попросил забрать для него моих малышек, я согласилась. Я знаю Виктора. Если это он стоит за взрывами, я должен с ним поговорить. Когда мясные мешки отправили цепных псов убить Рукера, Виктор перевез свою базу в исследовательский центр в Альпах. Гарн, кажется. Гарн? Я запомню. Так ты этого хотел? Ты пришел в это священное место за моей помощью? В борьбе со святой революцией Виктора? Предатель! Богохульник! Я думал, ты один из нас. Так и есть. Просто мы по-разному понимаем слово «нас». Значит, ты добровольно стал их рабом. Но я нет. По мне топтались сапоги полицейских. Они насмехались над моей природой. Я могла бы сдаться, как ты. Но устояла. И теперь бог машина даровал мне награду. И я вышла из горнила, просветленной. В состоянии просветления до пределов обостряются восприятие и мудрость, но у тебя не хватает ни того, ни другого. Если ты не знаешь, для чего я здесь, то ошибаешься и в других вещах. Да, когда ты появился, я была занята своими делами. Это отвлекло меня от истинной цели твоего визита. Но кто мог предвидеть, что такой человек, как ты, станет союзником наших врагов? Они крадут у нас, насилуют, убивают. Они животные. Животные вымирают, а технологии остаются. Виктор убивает всех, не только тиранов, но и невинных людей. Таких людей, как твой отец. Добрых и в жизни не причинивших никому зла. Отец – хороший человек. Надеюсь, что атаки Виктора и впредь не затронут его. Впредь? Хочешь сказать, будут еще теракты? А ты думал, я для него собрала всего 3 бомбы? Их у него хватит, чтобы уничтожить весь город. А теперь извини, но я должна вернуться к тому, от чего ты меня отвлек. Эй, мы не закончили. Элисон? А, черт. Время пришло, дети. Уже пора. Наше тело – тюрьма. Аугментации – ключ. Сознание – это все. Элисон, стой! Я все знаю. Я уже видел такие технологии. Это плохо кончилось. Ты боишься за нашу жизнь? Не волнуйся, брат. Погибнут лишь наши тела. Разум же покинет бренную земную плоть и вольется в божественное сознание бога машины. Это вознесение. Я бы пригласила тебя с нами, но мест нет.
Меня больше беспокоят новые теракты. Где Виктор нанесет следующий удар? Я не знаю. И мне все равно. Я на пороге нового бытия. Когда мой разум сольется с богом машиной, земные тревоги физического мира больше не будут меня беспокоить. Но это не так. Наш разум состоит из мыслей и воспоминаний. Если вознесется твой разум, то ты возьмешь с собой всю свою ярость и боль. О, нет. Об этом я не подумала. Мне казалось, это мой шанс на избавление. Наш мир не что иное, как агония. Страдания и бесплотные попытки избежать их. Краткие мгновения счастья разбиваются о суровую реальность. Вознесение — единственная надежда спастись. Это неправда. В этом мире есть тот, на кого ты всегда можешь положиться. Это твой отец. Иди к нему. Он никогда от тебя не откажется. Верь, что он позаботится о тебе. И ты сможешь строить на фундаменте, который он заложил. А когда он умрет, что ждет меня? Боль и одиночество. Ты сбил меня с толку. То, что ты явился в этот судьбоносный день, не может быть совпадением. Твой визит поколебал мою уверенность. Готова ли я к вознесению? Пока нет. А что станет с людьми? Они не вознесутся без своей верховной жрицы. Хорошо, но ты должна помочь остановить Виктора. Я уже сказала, где он сейчас. Я ничего не знаю о его намерениях, так что больше ничем помочь не могу. Задавать вопросы буду не я. Эти люди проводят тебя. Даю слово, они будут обращаться с тобой уважительно. А мои дети? Они не должны страдать из-за меня. Их не тронут, обещаю.